Доброго дня, шановні колеги, раді вас бачити. Як ви знаєте, сьогодні відбулось чергове засідання виконкому. Враховуючи, що вже 5-та година, прохання до вас бути конкретно лаконічними, ставити питання і називати адресата. І спершу, ніж ми перейдемо до питань, я передаю слово Анатолію Дмитрійовичу. Напевно, вам, щоб ви трошечки по... У мене ні, слово, у мене є к вам одне пропозиція, щоб ми як можна побыстрее закончили, тому що нас ще ждуть определенні діла, питання. Люди, які будуть уїжджати після ісполкома, з ними ще є ряд питань, які ми повинні порішати в робочому порядку. Будь ласка, ми готові відповідати на ваші любі питання. Будь ласка, перше питання у кого, шановні колеги? Да, будь ласка. Алексей Гончарук, «Спортэкспресс». У меня вопрос к президенту Федерации Анатолию Конькову. Расскажите, пожалуйста, вот конкретно про остановку строительства спорткомплекса, про то, какие требования, может быть, ФИФА и УЕФА были к, скажем так, к финансированию этого объекта, и как мы можем их использовать вообще? Можем ли мы построить там другие стадионы, меньшее количество? Я понял ваш вопрос, спасибо. Использовать мы их можем только по назначению. И вообще использовать слово плохое. Потому что используют некоторые вещи, потом из них получаются нехорошие вопросы и ответы. Потому, если мы говорим конкретно по существу, у нас есть в начале всего проекта, который начинался, есть куратор строечки, которую мы поручали Анатолию Владимировичу, первому вице-президенту, он вам расскажет я досконально те вопросы, которые вас интересуют по стройке. Пожалуйста, Анатолий Владимирович. Я бы хотел, чтобы вы конкретизировали вопрос все-таки. Ну вот смотрите, мы читали в разных интервью, вы говорили, что та сумма, которую выделили ФИФА и УЕФА, она ее, скажем так, запланировала, 1/3 покрывает расходов строительства 27 стадионов. 2/3 должны были выделить местные региональные структуры, но потом, так как они не проявили должной инициативы, было принято решение строить манеж. Сейчас, когда мы не собираемся строить этот манеж, можем ли мы эти средства, скажем так, перераспределить на строительство других объектов спортивных? Значит, действительно, я небольшую предысторию все-таки вынужден напомнить вам. Было решение исполкома Федерации футбола использовать средства по программе УЕФА «Хет-трик» и по программе «ФИФА Гол», это 5,5 миллионов евро, на строительство 27 мини-стадионов во всех регионах страны. Решение тогда еще был «Крым наш», все было на востоке. Сегодня Крым, к сожалению, значит, временно оккупирован. Тем не менее, такая программа была. Что нам помешало ее реализовать? Кстати, полностью была поддержана эта программа ФИФА и УЕФА. Когда мы непосредственно стали общаться с руководителями регионов, я веду в данном случае губернаторов, с предложением выделить землю под строительство, то здесь мы столкнулись с проблемами серьезными. Вторая, еще более серьезная проблема – это финансы. Значит, чтобы построить в 27 регионах, необходимо 1/3 взять из этого бюджета ФИФА, УЕФА и 2/3 из бюджета местного, или вариант был такой, спонсоров местных. Сразу скажу, ни тот, ни второй вариант не нашел поддержки у местных властей. Проблема та же. У нас, буквально так, в словах нескольких, у нас проблема с заработной платой, учителя, педагоги, пенсионеры. Поэтому, извините, при всем уважении к футболу, мы сегодня этим заниматься не можем. Наши бизнесмены то же самое, не имеют такой возможности. Все. Это чтобы так вкратце. Мы вынуждены были, чтобы не потерять эти средства, предложить другой проект. В ходе обсуждений было предложение построить, в связи с тем, что мы, вы помните, чем закончился для нас проект в Горенычах, не хочется сыпать соль на рану, значит, было такое предложение, за эти средства построить крытый манеж для сборных команд Украины. С учетом того, что местная власть Вышгорода, губернатор области,
гарантировали выделение места, инфраструктуру соответствующую. Учитывая близость к Киеву, пришли к выводу, что необходимо, можно там построить. Мы сделали соответствующий запрос ФИФА, УЕФА, и они поддержали данный проект. Начались изыскательские работы, там на месте уже геодезию провели. Но в силу обстоятельств, вы видите, как бурно развиваются события у нас в стране. Социально-экономическая ситуация ухудшается с каждым днем. Решением президиума было приостановлено строительство до решения исполкома. Сегодня состоялся исполком, и я вас информирую. Исполком единогласно принял решение вернуться к проекту строительства мини-стадионов, исходя из бюджета, который есть сегодня, и построить полностью за счет средств ФИФА и УЕФА эти объекты. Более того, у нас остались 23 квартиры в Днепропетровске и в Киеве предыдущего нереализованного проекта строительства в Гореничах. Тогда Федерация футбола приобрела 23 квартиры для того, чтобы рассчитаться за землю с Министерством обороны. В силу обстоятельств, о которых много говорилось, этот проект не сработал. Но квартиры в собственности Федерации есть. Исполком принял решение реализовать на рынке эти квартиры и добавить эту сумму к сумме ФИФА и УЕФА. И по возможности построить максимальное количество мини-стадионов со всей инфраструктурой, я хочу заметить, это полноразмерное поле, последнее поколение искусственное покрытие, это освещение, это табло посадочных мест для зрителей на 500, 4 раздевалки. Значит, по существу это хорошее подспорье для развития массового детско-юношеского футбола. Такое решение сегодня на исполкоме было принято. Спасибо. Пожалуйста. Будь ласка. Анатолий Дмитриевич, поскольку всех наверняка интересует этот вопрос, и вы говорите, что времени мало, прокомментируйте, пожалуйста, информацию о возможной вашей отставке, возможном уходе из ФФУ в ближайшее время или во время конгресса. Представьтесь, будь ласка. Александр Ткач, Трибуна.ком. Дуже дякую. Я, в принципе, не пользуюсь информацией, ну, такой бульварной, я пользуюсь официальной информацией. И у меня нет никаких предпосылок для того, чтобы покидать свой пост. Спасибо. Да, будь ласка. Максим Шилін, 112 Україна. Питання до пана Конькова. Коли ми вже заговорили про питання Криму, то завтра буде засідання керівництва УЄФА в Лозанні, де буде винесено остаточне рішення з приводу кримського футболу. Хотілося б почути від вас коментар, чого ви очікуєте. Дякую. Я думаю, що чекати нам всім треба одного, щоб було правильно і справедливо прийнято рішення для кримського футболу. Правильно и справедливо. Потому как много инсинуаций ходит по поводу того, что вот я там то скрываюсь от журналистов, то еще чего-то есть. Я прежде всего человек. Могу и заболеть, и надо. Если в последнее время часто, ну, извините, бывает такое. Значит, ну, когда мне приходят вот такие письма, что я должен выехать на какую-то встречу, а вы послушайте, о чем идет речь. 19 числа вот то показывали там какой-то канал, плюсы, я их вообще мало смотрю, потому что я не понимаю, как можно смотреть там эти вещи, когда, значит, оно все такое не футбольное, а заказное какое-то идет. И там показывают вот так первую часть вот этого документа, который мне пришел на личную почту. А вы знаете, что если приходит на личную почту, он в единственном экземпляре приходит. Если он приходит для господина Конькова, президента ФФУ. А информация попадает на плюсы. Ну, я же не работаю в УЕФА. Поймите, откуда она попадает, почему она туда попадает. Но это первая часть попала в мою аудиторию. А вторую часть я вам зачитаю. Кто меня приглашает на встречу с футбольными ассоциациями Украины и России, УЕФА и ФИФА. Я связываюсь с ФИФА, тебе говорят, мы не в курсе о том, что 19-го там что-то происходит. Я связываюсь с УЕФА, они присылают мне письмо. И концовка, большое спасибо с наилучшими пожеланиями. Давид Петриашвили, менеджер проекта «Хектрик».
Может ли менеджер проекта написать, пригласить президента федерации или ассоциации? У нас 54 таких ассоциаций. Может ли? У нас есть порядок, есть устав. По уставу меня может пригласить только генеральный секретарь или президент Платини. Или Инфантино. Да, пожалуйста. И все ж таки, яке правильне рішення, на вашу думку, як ви вважаєте? Моє правильне рішення ми задали, я об этом постоянно говорю, ми задали от имени исполкома вопрос Европейскому футбольному союзу. Вопрос поставили прямо, четко и конкретно. Какое наказание понесет Российский футбольный союз за то, что она незаконно действует в обход устава и всех регламентирующих документов? На сегодняшний день мы ответа не получили. Подождем 4 числа, потом говорить будем дальше. Пожалуйста. Николай Резник, Соцкраина. Все-таки уточняющий вопрос по проектам мини-стадионов. Все-таки когда вы ожидаете реализации первого такого мини-стадиона на деньги УЕФА? Какова будет ориентировочная стоимость такого стадиона? И правда ли, что пилотный проект будет все равно реализован в Вышгороде? Все-таки хотелось бы, чтобы президент Федерации ответил. Отвечаю. Если вас интересует мое мнение по этому, обязательно будет пилотный проект реализован в Вышгороде, потому что мы некоторые затраты понесли там. Они незначительные, но некоторые. Деньги, они не наши. И каждая копейка, я еще раз повторю, под контролем. Кому-то хотелось бы другого. Кому-то и кто-то пишет о том, что я там имею какие-то возможности и строю себе замки высотные. Я себе давно все построил. Меня эти вопросы не интересуют. Личной выгоды никакой нет. Потому отвечаю конкретно. Обязательно мы реализуем этот проект и начнем пилотный проект с Выжгорода. Если будет у кого еще возможность, мы можем параллельно начинать и в Выжгороде, и так далее, и так далее. Пожалуйста. По поводу инициативы, которая сегодня обсуждалась, про социальный проект ФФУ «Допоможем переселенцам разом». Знаете ли вы о реакции клуба «Карпаты» на это заявление, на этот вопрос, который они сегодня опубликовали на сайте, обвинив федерацию в том, что она не реагирует на их инициативу? Ну, сегодня мы этот вопрос рассматривали. Пожалуйста, Максим Валентинович, вы. Извините, еще раз, извините, пожалуйста. Александр Михайлович, трибуна. Да, да. Инициативу «Допоможем переселенцам», и как вы можете прокомментировать его, если в курсе? Ну, мы видели в интернете о том, что есть некая реакция футбольного клуба «Карпат». Мое глубокое убеждение, что вообще спекуляция на данных темах абсолютно неприемлема. Если какая-то организация, группа лиц или группа организаций желает действительно сделать какие-то социальные шаги, связанные с помощью тем лицам, тем людям, которые сейчас в данном нуждаются, то нужно брать и делать. А, ну, как бы, мое мнение описывать везде, что вот кто-то за, кто-то против. Мы абсолютно не против, мы полностью поддерживаем любые действия, любые шаги всех субъектов, которые направлены на положительный результат и на помощь тем людям, которые сейчас в этом нуждаются. Вот и все. Я хочу сразу сказать, сегодня одним из вопросов на повестке дня исполкома рассматривался вопрос о социальном проекте ФФУ «Поможем переселенцам вместе». Сразу как бы проинформируем. Это не отдельный какой-то проект, это очередной этап, очередной шаг нашей деятельности, деятельности Федерации футбола Украины вместе со своими партнерами, с премьер-лигой, с ПФЛ, с коммерческим партнером, нашим эксклюзивным, компанией Украина Футбол Интернешнл. И это один из этапов нашей деятельности, направленный на помощь тем людям, тем слоям, которые сейчас в этом нуждаются. Сами все прекрасно знаете, не буду как бы, углубляться в ту ситуацию, в которой сейчас находятся многие люди. Наступил зимний период, и на наш взгляд, что в данный момент актуально, однозначно актуальна помощь тем людям, которые в связи с ситуацией вынуждены переселиться из Крыма, из Донбасса. Вот очередной наш этап направлен именно на это, наших действий. Вы знаете, раньше мы оказывали и финансовую помощь, и материальную помощь, и медоборудованием, и формированием определенного медоборудования для карет скорой помощи, которые отправлялись в зону АТО, и выделяли деньги на медоборудование для приобретения в военный госпиталь для оказания помощи бойцам, пострадавшим в зоне АТО. То есть, как бы, это шаги нашей деятельности, но я не хотел бы, чтобы кто-то на этом строил, делал пиар какой-то или что-то еще. Я правильно понимаю, что ваша позиция, вы
эту акцию планировали до того, как Карпаты к вам обратились, и это никак не связано с другими? Я еще раз скажу, у нас, скажем так, акция уже длится, но это не сказал бы акция, это наш социальный проект, наша деятельность социальная, она длится, ну, в принципе, наверное, с марта месяца уже. И сейчас это очередной из этапов. И то, что делают Карпаты, мы однозначно поддерживаем, и мы, ну, никто не против абсолютно того, чтобы любые субъекты, которые хотят и могут, это делали. Но мы против, чтобы на этом были спекуляции. Да, будь ласка. Григорий Пырлик, корреспондент телеканала «Первый национальный». Вернусь к вопросу об участии крымских клубов в российском чемпионате. По процедуре, какое решение, кроме наказания Российского футбольного союза, завтра может принять УЕФА? И может ли УЕФА воспрепятствовать тому, чтобы крымские клубы участвовали в чемпионате? И кто будет представлять ФФУ завтра на заседании? Я не пойму, туда никто от ФФУ не поедет, никого не приглашают, потому что это является. И от ФФУ там может присутствовать почетный президент, если он поедет туда. И я так надеюсь, что почетный президент будет отстаивать и лоббировать интересы ФФУ. А какое решение они примут? Ну, я же вам не... Пожалуйста, давайте мы завтра подождем, какое примут решение. По этому решению мы соберемся, если будет интересно, и будем ее обсуждать все вместе. А по процедурным документам такое может быть принято? Если по процедурным документам уже полтора месяца не отвечают нам, и приезжает сюда господин Платини, встречается с президентом и назначает, и говорит, что 4-го мы озвучим вам ответ. Я не знаю, я затрудняюсь ответить. Пожалуйста. Роман Сга, телеканал «Київ». У мене запитання до пана Анатолія. Анатолія Дмитровича. Анатолія Дмитровича, днями з'явилася різка критика пана Бальчуса, вашого попередника, з приводу вашої діяльності. Як би ви прокоментували? Пан Бальчус дуже різко висловився нещодавно в соціальних мережах, зокрема в інтернеті. Можна я всіх попрошу? Ну, давайте бути таким людям більш доброжелательним. Давайте пожелаємо йому, щоб скорішого оздоровлення. Ну, пусть чоловік оздоровлює, тому що, я не знаю, болеє він як-то. Ну, зачем мы будем эти вопросы вообще обсуждать и поднимать их? Давайте будем милосердны. Будь ласка. Анатолий Дмитриевич, Валерий Набранец, газета «Команда». Обсуждался ли в ходе исполкома вопрос о решении Киевской городской федерации высказать вам недоверие? И если да, то что? Он обсуждался, он поднимался господином Кочетовым, мы его не включили в повестку дня и... Исполку проголосовал против. А он обсуждался, высказывались разные позиции, там, мнения. Соответствует ли в действительности... Кочетова спросите, он у нас самый борец за правду и, в общем-то, самый человек, который... Я сегодня, между прочим, все награды, которые мне Кочетов вручал до этого, я ему назад их вернул. Почему? Потому что, значит, на протяжении многих лет он меня там все время поздравлял, все время выделял значки, медали, там, грамоты и так далее, что я такую деятельность... Я ему напомнил еще, кто я вообще в футболе. Я ему напомнил, что мастера спорта я себе купил, начиная играть в футбол. Потом мастера спорта международного класса я себе купил, потом заслуженного мастера спорта я себе купил, потом купил заслуженного тренера Украины, потом купил заслуженного работника культуры. Это все я себе купил. А то, что сделал Кочетов, я не хочу к этому возвращаться. Придет то время, когда мы, наверное, займемся и посмотрим, какую работу проводит вообще Кочетов, чтобы вопросы такие поднимать. Придет время, я не хочу сегодня в эту... Еще питання? Нема, Антон, что вы хотели на... Да, я хотел вот вместе с вами, чтобы мы поздравили нашу сборную инвалидов с проблемами слуха, которая по футзалу, которая стала чемпионом Европы. Я вас поздравляю с этим. Спасибо за внимание. До свидания. Когда пройдет 4 числа, молодой человек? Как вас зовут? Григорий. Григорий. Когда пройдет 4 числа, жду от вас звонок. Будем спелковаться. Спасибо, до свидания.